Вот у нас свет выключили, видите, что делается? Включаем вот свечку. Это вот за один вечер вот таких две, бывает, не хватает. Свечки тоже в городе, вы представляете, нету, честно. Я ходила, у нас в магазине еле-еле я достала. Нету свечек тоже. Ну вот, включаем. Свечечку. И ждем 2 часа. Представляете, как тяжело 2 часа ждать. Ничего не сделаешь. Уже ж привыкли так, знаете, со светом. А люди как вообще в старое время как жили, представляете? Так и ткали, и вязали, и работали, и что-то стирали, убирали. А мы сейчас не можем. Что делать? Так точно минуту в минуту никогда пунктуально нигде не бывало, как свет. Дают тоже минуту в минуту. Неудобно очень, потому что нам задания задают, и это сложно делать, когда свет выключают. Мне 10 лет, я в 4 классе. Ну, когда света нету, в принципе, мне нечего делать. И вообще задание, свет когда выключают, очень неудобно делать. Ни Wi-Fi, у меня к тому же компьютер сломался. Компьютер вот. Сломался, да. Из-за перепадов напряжения? Да. У нас много техники, и может много чего сломаться. Вы и лапка на пиво, потому что так еще. Давайте кока-кола, кто будет? Я буду. Я бы хотела сказать, пожалуйста, не выключайте свет. Мы вас как людей просим, пожалуйста. Просто я сейчас маленькая, и скоро будет Новый год. Очень холодно. С 7 до 9 люди только пришли с работы, что-то начали делать, а здесь свет выключают. Дети пришли с учебы, ну, уже нет. Ну, у меня вот студентка приходит, начинает что-то учить на этот, и свет сразу выключают. Когда именно нужно хозяйке что-то готовить завтра на работу или куда-то, они выключают. Это очень нехорошо. Готовой продукции, которая держит температуру 2 градуса максимум. Испортился мотор в связи с выключением света. Это очень дорогостоящее оборудование. В связи с этим еще у нас многие повреждения в других холодильниках. То, что мы тоже по мелочам устраняем, но самое главное вот это. Еще у нас полетел холодильник молочной продукции, который тоже дорогостоящий, большая банета. Это из-за неконтролируемого выключения света, непредсказуемого. Вот, когда хотят включают, когда хотят выключают. Это все на нашей шее. Никто этим не занимается, никто это не возмещает. Это тяжело. Налоги большие, мы все платим честно. Может проверить нас любая налоговая, любая инспекция. Мы все платим как положено. Нас не раз проверяли, все убеждались. И, ну, это просто тяжело. Вот сейчас как раз в вашем районе нет электричества. Что вы делаете? Вы как-то подстраиваетесь под этот график? Вообще, каково вам жить без света? Ну, очень холодно. А так нормально. Делаем заготовки. У нас стоит термос. Ну, на 2 часа там гарниры подготавливаем, котлету подготавливаем. Там мармиды на раздаче. Слава богу, там дизель есть. А так, конечно, неудобство очень сильное. Ну, так ничего. Справляемся. Ну а как вот здесь в помещении у вас нет, то есть генератор сюда не работает, не подключают? Нет, генератора на кухне нет, у нас только на раздаче работают мармиды, естественно, освещение для клиентов, чтобы была вода, туалет, там все такое.
Ну а как продукты в этих условиях? Как вы храните их? У нас холодильные камеры, они держат сутки держат минусовую температуру и плюсовая температура где-то на два часа уже 100% оно держит. Плюс 5. И эти даже вот маленькие холодильники, расход на день, они держат температуру, нормально сохраняется. Заготовок не делаем много. Людей зимой особого количества нету, так что все понемножку, по чуть-чуть, все терпимо. Скажите, а в связи с этими веерными отключениями у вас полетела техника, может, от перепадов напряжения? Ну, одна камера, да. Одна минусовая камера, делали ремонт. Конечно, это не дешевое, но справились.